Погода у вас какая? Минус два? А снег есть? У нас здесь жарко. Жарко, говорю, и снега нет. И киевский торт не забудь. Уже купила? Умница. А, уже в аэропорту? Ну, конечно, конечно. Я вас встречу. Соскучился. Я? Я на утреннем променаде. С принцессой. На выезде. Учу голов. Что? Вечер свободный. Ну, пока ни одного заказа. Ничего, ничего. Завтра наверстаем. Новый год же. Ну, все, все, все. Хабаб, хабаб, хабаб. Алло. Значит так. За лето ты должен потянуть математику. Понял? Ага. Миллионы, триллионы и арабский. Ага. И не агагой, понял? Ага, понял. В прошлом году уже подтягивал, а ты опять не смогла нас забрать к себе. Здесь я и без арабского обойдусь. Дед его не понимает, а во дворе и так все завидуют. Какая ты у меня крутая. Я у тебя крутая, да. Я тебе обещаю, что этим летом мы будем втроем. Ты, я и дед. Заживем, как в сказке Аладдина. Ага. Честно. Зуб на холодец? Конечно. 32 на холодец. По рукам. Не знаю, там какая-то ерунда самолета. Господин, да. Заворотный, я к вам. Извините. Какая зам... Господин как... Заворотный, у нас неприятности. Ладно, прилечу, разберемся. Рейс отменили. Сейчас я тебе перезвоню. Вы что, с ума сошли? Не мы, приборы самолета. Давайте пойдемте без шуток, ладно? Плоских. Алла, договорились. Давай без твоих комментариев, ладно? Гарик, при чем здесь мои комментарии? Алла, я только что попросил тебя помолчать. Пожалуйста. Молчу, дорогой. Спасибо. Ваши действия. Сегодня в Египет есть чартерный рейс. Но нет билетов. Есть, но нет бизнес-класса. Что? Вы с ума сошли? Бизнес-класс отсутствует. Другие варианты рассматриваются? К сожалению, наши действия. Наши действия? Индивидуальное питание, первый ряд и рядом никого. Никого? Боюсь вас огорчить. А вы не бойтесь, а смело исполняйте. Хорошо. Я постараюсь. Это я, да, с домом. Она постарается. Она постарается. Это не тебе. Пап, вы что, с ума сошли? Вик, уже их сразу давно объявили. А? Где вы бродите? Мы же вам дали с Никитосом посекретничать. Посекретничать. Ага. Па, не фантазируй. Успел выпить. Вик, и ты с ним заодно? Никуля, ну трезвый с нормой жизни. Ну, Николаевич, скажи, ну чего? Ну, что ты морозишь? Трезвый с нормой жизни. Вика не пьет, а я за рулем. За рулем? Ага. Па, не стыдно? И не агакай. Ты здесь с внуком. Как ты теперь за руль сядешь? Нормально доедем. Как всегда. Как всегда. Как всегда? Как всегда. Ма, это для него как глоток воды. Глоток воды? Я с ума здесь с вами сойду. Не успеешь, посадку объявили. Ой, ребят, все, я пошла регистрироваться. То прощайтесь, Николаевич. Давай. Давай, молодцом. Иди сюда, мой хороший. Ну я же. Ну что, будем прощаться, Никитос? До следующей зимы? Не. Мама говорила, что летом точно заберет нас в свой дом. Поняла? Да. Ну раз мама сказала, значит так и будет. Папочка, еще чуть-чуть потерпите. Дай мне. Дай тебе поцелуй. Все. Не волнуйся, дочка. Пока. Ты себя береги лучше. Оба-на. Оба-на. Все будет нормально. Все будет хорошо. Береги себя, ладно? Все будет хорошо. Николаевич. Мамочка, приезжай, пожалуйста, побыстрее. На регистрацию не опоздай. Все будет хорошо, я летом приеду, как обещала. И заберу вас с собой. Предложение сделал? Да нет, не сделал, но кольцо мне купил, да. Я думаю, что в новогоднюю ночь я получу предложение стать госпожой Заворотной. Слушай, давай, вам удачи там.
все сделаете, и Новый год мы будем встречать все вместе, да? Дома. Слушай, давай пусть он прилетит и сразу не берет меня. Слушай, ты в роддом заедешь? Да. Да-да-да. И никакого алкоголя. Хорошо, хорошо. Слушай, если мы вдруг задержимся до второго, ты Варюху успокой и скажи, что без меня не рожала. Ладно? Костик, договорились. А Гарику никакого алкоголя ему нельзя пить категорически. Ну какой алкоголь, а? Ну не нуди. Да? Он человек амнезия, память теряет. Все, пока. Пока. Счастливая. Никось, нам повезет. Говорят, из свадьбы увидишь, это к Прухе. Обана, какой утюг. Ты посмотри, какой утюг сидит на первом ряду, а? У него одни котлы, наверное, на полтишок тянут. Слушай, можешь пойти спросить у него, который час, а? Как он оказался здесь? Слушай, ты можешь меня сейчас не трогать, а? Могу. Спасибо. Нет, ну только ты сама виновата. В чем это я виновата? Зачем ты Никитосу опять лапшу на уши вешаешь, что летом заберешь? Какая ты умная. А ты глаза его видела? И папа. Ну ладно. Будем надеяться, Кочергин поможет, обещал же. Поможет, обещал. Он уже 2 года обещает, а толку? Не надоело? Послушай, Викусь, и так выть хочется. Ну, хоть ты меня пожалей, а. Зайка моя, да кто ж тебя пожалеет, как не? Сейчас тебя пожалею. Давай полтишку коньячка, психанем нормально. Смотри, что я с собой взяла. Я не хочу. Здрасте. А за Новый год? А за сбычу меч? Давай. Ну, за сбычу меч давай. Молодец. Пойду попрошу стаканчик. Не надо, у меня одноразовый есть. А я этого не слышала. Да. Ну, сейчас взлетаю уже. Пока. Ой. Простите, пожалуйста, я вас не ударила. Что? Я говорю, я вас не ударила, а то качнуло самолет, я не справилась с управлением. Ну, хорошо, что вы, а не пилоты. У вас все нормально? Все нормально. Травм нет? И не ушиблись? У меня все хорошо. Прекрасно. То возвращайтесь на место. Что? Я говорю, возвращай. Это мои места, я их выкупил. А, выкупили. Так, в чем проблема? Не, ни в чем. Тогда иди на свое место. Грубо. Но я не обижаюсь и никуда не ухожу. Что надо? Ваше место у окна. Уступите мне его, пожалуйста. Почему? Я страдаю клаустрофобией. Вы что, хотите, чтобы я сейчас упала? Чтобы у меня закружилась голова и в проход упала? Забаррикадировала аварийный выход? Вам этого хочется? Да. Да? А другим пассажирам? Так, ты где сидишь? Там, в третьем ряду. А почему не попросить место у своей соседки? Ой, вы знаете, это моя подруга. Только она сейчас переживает драму личного характера. Сидит, молчит, как рыба об лёд. Молчит, как рыба об лёд? Да. Очень хорошо. Правда? Меня устраивает. Ну вот замечательно. Супер. А вы куда? Ника! Простите, но здесь занято. Да, но с этого места я уже никуда не уйду. Это место моей подруги. Я заступила свое. Для чего? Для клаустрофобии. Послушайте, мне сказали, что вы будете молчать, как рыба об лед. Ничего себе. Да. Договорились? А кто вам сказал, подождите? Ваша ненавязчивая подруга. А, ну хорошо. Добрый день. Командир корабля приглашает вас в кабину самолета для взлета. Для нас это будет большая честь. Простите, вы не замужем? Нет. Тогда это вам. Ой, спасибо. Не за почему что? Мне? Так положено. Быстрее. Иду. А что положено? Бросать букет невесты в толпу одиноких подруг. Ой, правда? Как здорово. Только женщины могут верить в эту чушь. Поймала букет и замужем. Это какие куриные мозги надо иметь? То есть вы хотите сказать, что у меня куриные мозги? Я не хочу сказать, это просто диагноз. Слушайте, вам не стыдно? Не стыдно, это женский диагноз. И давайте помолчим, ладно?
А можно я вас попрошу о том же самом? Ты красиво взлетать. Макс, жаль, что ты не летчик. Ага. Вам очень идет мой букет. Спасибо. Я вас еще в аэропорту заметила. Правда, и я вас тоже. Ребята, я вам желаю счастья. Присоединитесь к нам. Спасибо, но... Никаких но. Теперь мы несем за вас ответственность, правда, Максик? Ага. Не агакой. Ответственность? Конечно. Чтобы вы поскорее вышли замуж. Мы гульнули на вашей свадьбе. Разливай шампанское. Веселее долетим. У нас есть шоколад и конфеты. Вы что будете? Вот все хорошо. Вот я буду конфеты, а вы? Простите, вы не могли бы нас сфотографировать всех на память? С удовольствием. Проснитесь, мужчина. Присоединяйтесь. Не спать. Сфотографируемся и все выпьем за наше счастье. Репетируем улыбочку. Да. Да. Киевский торт взяли? Ну, еду, пробки здесь, пробки. Все, буду. Все, ждите. Да, я только что из роддома. Врач говорит, еще пару дней. Ну, вы давайте нам быстрее закругляйтесь, потому что Валька уже ждет, не дождется. Да. Слушай, а что со сделкой? Что? 10 тысяч квадратов побережья? Фантастика. Слушай, а какая стоимость? Что у вас там происходит? Пьете или девочки? Ал, ну какие девочки? Ну чего? Все, я не пью. Я помню, что мне нельзя пить. Аллочка, пожалуйста, не начинай. Я люблю тебя, люблю. У меня был сложный перелет. Я спать хочу. Все, давай, целую. Целую. Пока, пока. Давай. Достала? Сочувствую. Сочувствую, хоть и моя сестра. У Алки нюх на алкоголь. Она меня сегодня по телефону просто достала. Что тебе пить нельзя, что ты память потом теряешь. Ну что, родственничек, быть добру, давай. Выпьем, как не, говорится. Не хватит. Завтра нужна свежая голова. Ты же знаешь, какие тебя арабы. Слушай, а давай ко мне. Алкина подсказка о девочках была очень своевременной, а? У Мищи, а не сестра. А? Ну, это нормально. А чё? Вот знала бы, на что ты меня толкаешь. А чё? На что? На что? На что? На что? Как на что? Это просто безобидный массаж, вот и все. Ну, конечно. Никакой эротики. Тем более, да послезавтра мы с тобой хлыстики. Предновогодний массаж, и все. Ну-ка. Только массаж. Но только в отеле. 20? 18? Или 30? А? 30. Не понял. С другими мне не справиться. Не справиться? Сегодня. Ну, 30 сегодня. 30. А вот и мы. Заждались? Это Ника, это Вика. Сладкая парочка. Да ладно. Массаж 4 руки или индивидуальный массаж. Можно войти? Да, конечно. Заходи. Простите, что задержались. Сами понимаете, пробки. Хорошо. Ужасный город, ужасный. Особенно ночью. Обе девочки горячие штучки. Надеюсь, вам понравится, и вы будете нашим постоянным клиентом. VIP постоянным клиентом. Надо валить. А что они там замерзли? Ты что, с ума сошли? В смысле замерзли? А, девчонки, идите погреемся. Снегурки, пошли. Идите к Деду Морозу. Девчонки. Ника. Добрый вечер. С наступающим. Наше агентство существует уже 5 лет, и все клиенты очень довольны. Никаких жалоб не поступало. И вообще для VIP-клиента у нас новогодние скидки всегда есть. А лучше ничего нет? В смысле? Да куда ж лучше? Вы же сами заказали 30. Это все лучше вообще. Хорошо. На острове. Девчонки, а теперь я хочу вид сзади. Ну, повернись. Повернись. Девочки, быстро, быстро, повернулись. Раз бы. Ника, повернулась. Вот так. Ника, развернись.
А как вы Новый год собираетесь праздновать? В каком кафе, ресторане? Да. Блондинка. Хороший выбор. Зовут Вика. Я не договорил. Блондинка, свободна, а ты вернись на свое место. Ну, вот это. Ну, вот и славненько. Угу. Ну, расценки вы знаете, а утречком я приду, и мы рассчитаемся. Вот моя визитка, так что можно общаться напрямую. Надеюсь, вы останетесь довольны. До свидания. Ну, чего опять? Не расстраивайся. Что-то уже надулось. Надулось оно. Ну, чего стоишь? Ну, давай, раздевайся. Я устал. Был сложный перелет. Неприятные соседи. Да. Ну, давай, давай, давай. Да не зуди, ну, без работы не Рудик, останешься. Рудик, Рудик, подожди, пожалуйста. Рудик, Рудик, ничего не случилось, я не могу. Что, проблема? Рудик, никаких проблем, я не могу, это он. Кто? Ну, тюк, с которым мы летели. Ну, а какая связь? Рудик, пожалуйста, позвони с ним, пожалуйста, Рудик. Почему? Я не знаю. Ты что, охренела, что ли? А ну быстро клиенту. А будешь будить, я тебя отправлю за полтинник обслуживать местное население. Или выкину отсюда на рыбную ныньку без копейки. Рудик, ну ты чего? Заткнись. Никочка, ты меня поняла? Поняла, Рудичка. Вот и умница. Пойдем, Викочка. Иду. С возвращенницем вас. Я в душ. И имейте в виду только безопасный секс. Душ находится? Я знаю. Умница.
Рудичка, вставай. Я тебе кофе приготовила. Не спать! Чего ты орёшь? Чего ты орёшь? Чего вот своего Фрица научилась орать? Мой Фриц не орёт, а лает. Посмотри, я тебе кофе приготовила. В холодильнике вообще ничего нет. Слушай, я домохозяйку выгнал. Да ты что? Такая сука оказалась. Такая сука. Держи. Воспользовалась моей доверчивостью и все воровала. Ну все, сука, воровала. Вкусно. Рудичка, возьми меня в дом работницы. Я тебе буду готовить вкусненько, стирать, убираться, с работы буду тебя ждать. Ты в меня влюбишься, ты на мне женишься, и я тебя любить буду. Любить она меня будет. Ты лучше клиента влюби, для дела лучше будет. Так всегда. Слушай, забыл тебе что рассказать. Фриц твой приехал. Генрих? Угу. Зачем? Ну не из-за тебя же приехал. По делу приехал, с компаньоном. На Новый год тебя заказал. С компаньоном? Ну, Рудичка, ну только не вдвоем, пожалуйста. Ну, я тебя очень прошу. Опять начинаешь? Я не перестань начинаю, ныть, я сказал. Ною. Ны, перестань, да не начинай, сейчас как стукну. Стукну, стукну. Я больше так не буду. Слушай, ну, я тебя прошу, ну не ной, как злобная улитка. Ну, Рудичка. Ну, ладно, ну... не год отправим клиенту. Да? Я думаю, она оторвалась от своего утюга. Ой, Рудик, не знаю, не знаю, кто от кого оторвался, не знаю. В смысле? Дозвонила ей полчаса назад, трубку не берет. Наша Ника. Так не берет трубку. Спит, наверное, без задних ног. Все-таки утюг не маленький. А то тяжело ее по полной программе. И подружкам звонила полчаса назад. Ника дома не ночевала. Ой, неспокойно мое сердце. В смысле? В смысле, предчувствие у нее в самолете еще было нехорошее. Не хотела с этим утюгом идти. У него же лицо типичного извращенца. Она же тебе говорила, просила тебя, а тебя только бабки интересуют. А он еще в самолете ей угрожал. Сочиняешь? Рудичек, зуб на холодец. Еще когда стюардесса молодоженов фотографировала... О, он повязку на глаза сразу надел, чтобы не быть узнанным. Угу. Слушай, подожди, подожди. Не путай меня, поняла? Ты чё? Я ничего не понимаю. При чем здесь повязка, стюардесса, молодожены? А? Ой, бедная моя подружка. Ой, на кого ж ты меня оставила-то, а? Что я теперь сыночку твоему скажу? Ой-ой-ой-ой-ой. Слушай, ты дура, закрой рот. Отцу-инвалиду что теперь скажу? Рот, я сказал, закрой, собирайся домой, потом не отзвонишься. Ты куда? Куда-куда, к извращенцам куда. Сейчас, секунду! Костя, иду. Доброе утро. А вот я, не помешал? Доброе, нет. А кому? Смешно. Я могу пройти? Нет. Подождите, а вы, собственно, кто? Я? Я Рудик. Вы что, меня не помните? А почему я вас должен помнить? Я Рудик, вспомнили? С какого перепугу я вас должен помнить? Так. Что ты с ней сделал? Так, секундочку. Куда? Ника! С кем с ней? Ника, ты еще жива? Какая Ника? Отзовись! Голос! Ника, что с тобой сделал этот извращенец? Ника, что с тобой делал извращенец? Ну, слава богу. Родик, ты че разорался? Доброе утро. Подожди, я... А выйдите откуда? О-о-о! Как все запущено. А вам, наверное, нельзя пить категорически. Не, нельзя. Подождите, это не ваше дело, что не можно, а что нельзя. Ясно? Ясно. Деньги плати. Деньги? За что? За ночь. С кем? С ней? Подожди, да ладно. Что-то было? Вы себе льстите. Бездыханное тело песни. Это хорошо, иначе бы я себя никогда не просил такой бесконечности. Так, Рудик, я не намерен выслушивать оскорбление этого урода. Разбирайся с ним сам. Я домой.
закрылась. Боится, что вещи не уперли. Угу. На кухне, как всегда, яйца жарит. Привет. Привет. Хорошо выглядишь. Все стираешь? Привет. Ханика. О, кого я вижу? Явилась, не запылилась. Ну и что ты опять дверь закрыла? Здорово. Ключ. Рассказывай. Не подумаю. Подумаешь еще как. Рассказывай. Знаешь, как это называется? А, ну и как это называется? Это называется вторжение в мою личную жизнь, между прочим, карается да, законом. Да что ты говоришь? Ладно, шутки прочь. Утюг бомба, давай колись. Не скажу. Ну, Ничку. Хорошо, ничего особенного. Да ладно, ты мне это просто специально, чтобы не расстраивать, говоришь. А что вызывает недоверие такое? Да он ходячий до состорон просто, что ты? Корова. Ну ты знаешь, в этот раз косичка произошла. Что такое? Жалко утюга. Чего тебе жалко? А глаза у него добрые. Он заснул, пока я была в душе. Подожди, осторожно, горячий. Ладно, успокойся. Жаль, я бы расстроилась. Слава богу, пьяный он был. Дым. Какая я повариха. Кушать хочешь? Нет, не хочу. Ну, как знаешь. Вкусно. Ну, поздравляю. С чем? С удачной ночью. Рабочие не пыльные и ненавязчивые. Учитывая, что у нас сегодня фрицы. Генрих. Ну, а я-то тут при чем? Это у вас любовь до гроба? Угу. Здрасте. Сегодня 31 декабря, Новый год. Кое-что в курсе? Генрих с компаньоном приехал. Орудик молодец. Тройную оплату с них взял. Казантища, не хочешь точно? Взять бы и плюнуть на все. И к своим. Молодец. Здорово придумала. 4 года вкалывала, как проклятая. А теперь, когда десятку собрать, казалось, решила уехать. Глупо. Ты тоже не хочешь кушать? Глупо, да. Глупо. Угу. Вероничка, ну что за настроение такое, а? Новый год, 31 декабря. Да какой это Новый год? Рабочие будни. Еще одну бутылочку шампанского. Здравствуй, моя хорошая. Алло, алло. С наступающим тебе. Алло. Алло. Подожди, мне кажется, Гарик звонит. Ой, подождите. Гарик, дорогой, это ты? Подожди секундочку. Алло. Ну, наконец-то. С Новым годом да, тебя. Да, тебя тоже, милый. Да, я очень скучаю. Почему ты молчишь? Не знаю, просто слушаю твой голос. Да, милый? А у тебя все нормально? Просто Костик сказал, что ты отказался встречать мне Новый год. Это немножко странно. Ну, немножко странно, что я не могу веселиться в этот день. Ал, ты шутишь? Нет, я не шучу. Это нормальное состояние нормальных людей. Странно, что тебя удивляет веселье в Новый год. А ты забыла, что в этот день год назад умерла моя мама? Я думаю, ты забыла и о том, что я просил. Съездить на кладбище. Гарик, ну извини меня, извини, пожалуйста. Я знаю, но я... Ты знаешь, что я замоталась? Офис на мне, Варька должна родить. А я здесь ерундой занимаюсь. Вместо того, чтобы сидеть дома и вспоминать маму с людьми, которые ее любили. Какая ерунда? Какая ерунда в прибыли? Все, Рудичек, сейчас не нервничай. Алло. Да. По-моему, не ожидал вас тоже с наступающим. Ника? Ника нет. На сегодня и на завтра она заангажирована. Да, ничего не смогу поделать. Ничего. Да. Всего доброго. Угу. Ника! Что? Давай быстрее.
Кстати, ты вчерашний звонил. Еще чего не хватало. Эй, у вас точно ничего не было? Не было. А откуда такое постоянство завидное у тестостерона? Алло, это опять вы? Ну, озвучите ваше предложение. Сколько? До отъезда? Ну, считайте, что вы победили, да. Ждете в гостинице? Очень хорошо. Отлично. Да, ну кто теперь скажет, что чудес не бывает под Новый год? А ты отправляйся к своему вчерашнему утюгу. Какая же ты сволочь, Рудик? Ты что, вообще? Куда ты пошла, дура? Он берет тебя до пятого и платит за это десятку. Сколько? Десятку. Повтори. Десятку. И в честь Нового года я беру с тебя не половину, а 2000, поняла? Поняла. Ну беги, 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 одевайся, беги, беги. Аллочка! Дозвонишься, передай привет. Послушайте, что вы ко мне привязались? Что, других нет? Почему я привязался? Лень было кого-то другого искать. А с вами я как-то уже знаком. Присаживайтесь, выпьем. Спасибо, я не пью. Придется. И присесть, и выпить. За Новый год? И за Новый год. За Новый год. За Новый год, за Новый год. А почему так скорбно, как на поминках? Почти угадал. Не смешно. Конечно, не смешно. Так что пьем. Ничего, Крис. Я же говорю, не смешно. Год назад умерла моя мама. Вот. Извините, я... Да и ничего страшного. Извините, я... Да не надо сейчас вот этих пустых ненужных слов. Петь. Ну почему же пустых ненужных слов? Это нормальное человеческое сострадание. Да не бывает человеческое сострадание. Почему? Ну потому что. Никто не может чувствовать чужую боль. Я твою, ты мою. И та боль, которая во мне, это только моя, понимаешь? Понимаю. Да ни черта ты не понимаешь. Ну, почему же я ничего не понимаю? А, потому что я проститутка. И не в состоянии почувствовать никакую боль, да? Я этого не говорил. Но подумал. Алло? А, Никитка, извините. Здравствуй, мой дорогой. Спасибо, сыночек, и тебя с наступающим. Что? Оливье с дедом приготовили. Селедку под шубой, мою любимую. Ну, круто. Что делаю, Никитулечка? Я скучаю очень. С кем Новый год встречаю? С Викой. Конечно. Нет-нет, очень весело. Родные мои, я вас целую. Ладно, я с вами. У меня 10-летний сын и отец-инвалид. Оба на моем иждивении. И я скучаю по ним так, что я вою ночью в подушку.
А так вообще у меня душа не болит. У меня ее нет. Костик, с Новым годом тебя, дорогой. Слушай, да, я только что проводила последних гостей. Угу. Варюша чувствует себя хорошо. Да. Костя, ты проведаешь там с утра Гарика? А то мы с ним подцапались по телефону, и мобильный у него отключен. Ага. Угу. Скажи ему, что я его люблю. Угу. А как ты здесь оказалась? У папы началась астма. Врачи сказали поменять климат на Приморске, а как его поменяешь? Нашу хрущобу стоит половину однокомнатной квартиры на ОБК. И тут появился он. Араб? Нет, наш. Ну, у него здесь все схвачено, бизнес мощный и так далее. Он к нам в поликлинику ходил на процедуру после воспаления легких. Ну, я ему как-то рассказала, что мечтаю о домике у моря. Он пообещал в Египте в частной клинике медсестру устроить. Поверил? Глупый вопрос. Согласен, глупый. Не вопрос, любовь по глупости. А гражданство тоже пообещал? Пока вид на жительство. А что дальше? Я прилетела. Меня встретил Рудик, документы отобрал. Потом любимый объявился. Как клиент. Ну и пообещал помочь с легальным проживанием здесь. Денег много хочет твой не араб? А-а. Только услуги. Дорогая услуга? Нет, не очень. 4 раза в месяц. А когда купишь домик, так же будешь зарабатывать? Ты что, сумасшедший, что ли? Сдам полвиллы туристам в 2 раза дешевле, чем гостиницу. Плюс буду им экскурсии устраивать. Экскурсии? Да, экскурсии. Я тут за 5 лет аборигенкой уже сделалась. О, неужели новогодний ужин? Я открою. Я голодная, как зверь. Ты что здесь делаешь? Я же тебе сказала, после 5-го. Уходи. Клиент. Как дела, Никуш? Хорошо выглядишь. С Новым годом. О, привет. Привет. Не ожидал? С Новым годом, родственничек. Спасибо, и тебя также. С Новым годом. Никусь, что там стоишь-то? Иди сюда. Ну, иди сюда, моя сладкая. Подожди, я не понял. Вы что, знакомы? Более чем. Гарик, более чем. Я надеюсь, ты так же доволен ею, как и я. А знаешь, мне теперь понятно, почему у тебя выключен телефон. Алка там в припадках бьется, но мы, естественно, ничего не скажем. Да, кстати, Никусь, Алла – это моя сестра и почти жена твоего клиента. Я прав, Гарик? А это ты помогаешь ей с видом на жительство? Ты знаешь, да, помогаю. И она честно выполняет условия нашего договора. Кость. Выйди отсюда. Шутишь? Нет, я серьезно. А, серьезно? Гарик, это шутка новогодняя, да? Или ты решил всех поменять на эту потаскуху, а? Ну, тогда я могу тебе посоветовать кое-что из личного опыта. Мне не жалко. Поделиться? Кость. А? Да? До завтра. Что до завтра, а? Что из-за какой-то потаскушки? Ну!
А ты чё, от Фрица сбежала, что ли? Ты чё, с ума сошла? А бабки? Ты у меня как папа Карло работать будешь, угу. Поняла? Сам будешь папа Карлой. Доволен? Раз, два, три, четыре, пять. Вышел Рудик погулять. Представляешь, Генрих нажрался, как свинья, и предпочел меня своему компаньону. Ай да Фриц, не ожидал от него. А он мне все время фотографии показывал. Майна либо жена, майна либо детки. Ох, мне эти майны либо. Держи. Половину. Новогодний подарок. Das ist fantastisch. А чего ты один? Почему у тебя гостей нет? Ну какие гости? Что, нажрутся, напьются? И что, спасибо даже никто не скажет. Только бабки потратишь. Да? А может тогда шампанского выпьем? У меня нет. Так у меня есть. Со стола прихватила вместе с бутерами. Тащи бокалы. Может тебе переквалифицироваться в воровку на доверие? Слушай, а чего у тебя так пусто, как в склепе? Если бы у меня было столько денег, я бы, знаешь, какие праздники бы устраивала? Как у нас в детдоме. Ёлка в потолок, огоньки, праздничный ужин, жареная картошка и яичницы. Так вот откуда у тебя любовь к яичнице. Я бы на тебя посмотрела, если бы ты каждый день ел перловый суп и кашу пшеную с комбижиром. Мы бы эти яичницы, знаешь, как мечтали? Целый год. И ждали. Ну, со сбычью мечт. За сбычью. Дорогой Рудик, знаешь, чего я тебе желаю? Я тебе желаю дома полного голосов. Да. Взрослых, детских, всяких. И чтобы тебе в этом доме было уютно, потому что эти хозяева голосов тебя любят. Не потому, что зависит от тебя, а просто потому, что рада, что ты есть. За тебя. Слушай, может быть, мне на тебе жениться? Шутишь? Шучу. Просыпаемся. С Новым годом. Завтрак. Спасибо. Доброе утро. Доброе утро. Ты мне нравишься такая. Какая? Сонная, домашняя. Ты мне тоже нравишься такой. Какой? Домашний. Ну хорошо. Дальше что будем делать? Хочешь, я покажу тебе остров? Что за остров? Махмей. Махмей? Махмей. Райский остров. Есть такая легенда, что если в первый день Нового года загадать желание и закопать священного жука с корабей на этом острове, то желание обязательно сбудется. Ты тоже можешь загадать желание. Да у меня... К счастью, нет желания. Думаешь, к счастью? Я тебя вчера как человека просила, чтобы ты его не напаивал. И, конечно, ты тут же меня послушал. Спасибо тебе большое, братик. С Новым годом. Что, молчишь, нечего сказать? Ладно, ладно. Тебе на мои просьбы вообще плевать. А теперь послушай меня. Никто твоего Гарика не напаивал. Да, в новогоднюю ночь вы играли в нарды.
правды. Новогоднюю ночь он провел с проституткой. Ты сошел с ума? Нет, это он сошел с ума. Застолбил ее до пятого. И кажется, там любовь. Так что принимай меры, сестренка. А что мне делать? Ну, в качестве новогоднего подарка могу даже адрес ее хрущёба дать. Подожди, ты что? Да, имел с ней дело. Смотри, кому это? Здравствуйте. Здравствуйте. С Новым годом. С Новым годом. С Новым годом. А ты это кому на такой крутой машине? А я к Чекалкиным. Ой, я сразу поняла. Вероникина подружка? Вероникина, да. Мы с ней в школе учились, в первом классе. А папа у меня военный, и мы потом уехали в другой город 20 лет назад. Я привезла подарки. Подарки? А бумажку, где написала адрес, я забыла. Вот дома улицу помню, квартиры нет. Угу. Так первая у них квартира. Раньше они жили на третьем этаже, а потом перешли на первое, чтобы отцу легче было спускаться. Почему? А что, на тень не говорила?
Нет. Ну, она говорила, что он болеет. А она не говорила, что он без ног инвалид? Как? Совсем без ног? А что, можно быть безногим наполовину? Нет, к чему цеплять протезы? Да, слава богу, у него есть, но бедняга без костылей не обходится. А костыли у него фирменные. Вероника купила. А вы не знаете, они сейчас дома? Кто, протезы? Чекалкины. Чекалкины дома? Конечно, дома. Где же им быть? Я точно знаю, что дома. Дома? Ага, ну спасибо. А ноги Чекалкину оторвало в Афгане, на мини подорвался. А пока он в Афгане служил, так жена его бросила. Да. Вероничке тогда сколько было? 2 годика, по-моему. 2,5. Да, по-моему, 2. А она отдала ее бабке. Так. Вот так вот. А когда ноги ему оторвало в Афгане, он пить начал. Запойно. Вот, запойно, да. А Вероничка потом выросла, замуж вышла, родила Никитку. Да. И этот, зараза, муж ее бросил, да. Вот. А еще у него плохо с легкими. Астма. У отца. Ему врачи сказали жить на ЮБК, переехать туда, ему надо дышать морем. Поэтому она поехала в Египет подзаработать немножко денежек. Устроилась в богатой фирме, собирает на домик у моря, работает менеджером. Подожди, каким менеджером? Так, по-моему, ж медсестрой. Менеджером. Еще раз спасибо. Очень грустная история. Угу, спасибо. Если что надо, мы здесь и все-таки знаем. Не менеджером, ага. А медсестрой. Да. Обращайтесь. Значит так. Менеджером. 18, 19, 20. Все. Пей. Давай, давай. Какая редкая гадость. Наверное, доктор. Значит так, ты лежи, а я пойду открою. Дед, и десятку приготовь. Здравствуйте, вы врач? Я? Почему врач? Потому что у деда приступ. Угу. И мы ждем врача. Нет, я не врач. Тогда до свидания. А, подожди, Никита. Я подруга твоей мамы. И я привезла подарки. Ага. Мама улетела 4 дня назад и завалила нас кучей подарками. Но эти подарки – новогодний сюрприз. Угу. Сюрприз? Ладно, проходите. Кто давит бабочку колесом, и кто почувствует ее боль, а ты почувствовал. Я послезавтра уезжаю. Давай помолчим. Завтра у меня много дел. Если не успею, и я сейчас хочу сказать, что сегодня впервые я был счастлив за весь прошедший год. Спасибо.
Здравствуйте, а вы кому? Я к вам. Ко мне? А я вас не знаю. Так познакомимся. Меня зовут Алла Кочергина. Костя Кочергин мой брат, а Игорь Заворотный почти муж. А Игоря сейчас нет. Да, я знаю. Сейчас он подписывает очень важные документы, так что у нас с вами есть некоторое время. Для чего? Для болтовни. Кстати, Костик попросил меня передать вам, что он ждет вас у себя через полтора часа. Так что, пока я вам буду кое-что рассказывать, вы спокойно можете почистить свои перышки. Вы знаете, мне придется огорчить вашего брата. Я не смогу прийти. Ну, тогда мне придется огорчить вас. Ника, если я не ошибаюсь. Вероника. А, да, ну, конечно. Так на чем мы остановились? На огорчении. Нет, сперва я хочу вас порадовать. Смотрите. Откуда это у вас? Я была у вас в гостях. Вас прекрасный сын, так вас любит. А папа чудесный. Правда, болезненный, да? Я хочу, чтобы вы посмотрели и эти фотографии. Это из архива моего брата Шалуна, Костика. Представляете, каково будет вашему папе, если в качестве презента ему передам эти фотографии. Мы, кстати, с ним очень подружились. Но это подло. Не согласна. Тогда взяла свои вещички и пошла вон отсюда. Я согласна. Кстати, Костик ждет тебя у себя. Не забыла? И даже не думай съехать. Куда она не денется. Костик, видел бы ты ее лицо, когда она увидела фотографии. Все, мне кажется, Гарик пришел. Целую, пока. Здравствуй, дорогой. Привет. А ты как здесь оказалась? Ничего себе встреча, любимой женщины. А я так хотела тебя увидеть, так спешила. Ладно. Спасибо, дорогой. С Новым годом. Да, с Новым годом. Где Ника? А? Кто? Ты прекрасно знаешь, о ком я говорю. Ума не приложу. А что ты так разнервничался? А если ты об этой шлюшке, которая тут была, то она ушла к Костику. Не веришь? Нет. Жаль. Они очень долго ворковали по телефону, потом она собрала свои вещи и ушла. Правда, попросила тебя об этом не говорить. Но у нас же с тобой нет никаких секретов друг от друга. Правда, любимый? Отпусти, мне больно. Извини. Ты можешь проверить. Если, конечно, ты им не помешаешь. Какая же ты дрянь. Thank you.
с тобой? Я спрашиваю, Ника с тобой, я не ору. Пускай спустится. Ничего я не сделаю. Я жду. Почему? Это моя работа. Я? И ты. И все, что было вчера, тоже работа. И все, что было вчера, тоже работа. Кто дает бабочку, говоришь? И кто почувствует ее боль? Ну да. Был. Был. Видел. 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 Прости за дрянь. Спасибо. Не за что. Я ведь тебя чувствую, как никто. Зябко. Давай пойдем в номер. Угу. Иди, я еще немножко посижу, ладно? Ладно. Только недолго, чтоб не простудился.
Алло. Рудик. Рудик, здравствуй, это я. Слышь ты, ты на часы смотрела, 7 часов утра. Да при чем здесь часы, Рудик? Ты хоть раз в жизни можешь быть человеком, или тебя только бабки интересуют? Слушай, если я один раз тебе признался в любви, и что хочу на тебе жениться, то это не значит, что... Рудичек, да помолчи ты, пожалуйста, у нас беда. Беда? С кем беда? Да с Никой. С кем? С Никой. Ну ты как? Да ничего. Ну да, конечно, ничего. Весь день рыдать, ничего не есть. Где он? Кто? Рудик. Ой. Николь. Ты только не сердись на меня, ладно? Ну, я рассказала ему про фотографию, он куда-то убежал. Hello, Samat. And aus Araf Yofi, Mr. Zavorotny. Office Zavorotny, Ochlimatin. Простите, пожалуйста. Господин Заворотный сейчас уезжает. Машина через 10 минут. Вы кому? Где он? Алло, паспорт у тебя? А вы кто? Дед Мороз. Рудик, где ты был? А Вика где? На кухне. Где ты был? С ним встречался. И что? Он улетел. Значит так, я сейчас уйду, а ты здесь читай, плачь. Отсыпайся. Даю тебе 2 дня, чтобы ты пришла в себя. Это он передал. Желаете? Чай или кофе? Добрый день. Очень приятно вас видеть. Добрый. Хорошо отдохнули? Да, хорошо. А я все время вспоминаю молодоженов. И ту девушку, которая поймала букет невесты. Вы не встречали, кстати? Нет. Ну хорошо, пристегивайте ремни. Скоро будем взлетать. Гарик, все хорошо? Да, хорошо.
Ника, не буду много писать. Это вилла, моя благодарность тебе за райский остров и за испытанные ощущения счастья. Береги себя, Игорь. Никитка. Ну, как вы там? Я тоже очень скучаю, сыночек. Как там дедушка? Хорошо все? Никит, у меня новости хорошие. У нас теперь есть дом на море. Это правда. Я не шучу, Никит. Я оформлю документы и через 2 недели вас заберу. Никитуля, я тебя целую 1 000 000 000 раз. Во сколько раз это больше, чем 1 000 000? В 100. А можно мне 1 из этой страшной арифметики? Что? Поцелуй. Ты откуда? С неба. Я серьезно. И я серьезно. Родик сказал, что ты уехал. Он наврал? Нет, не наврал. Просто я в последний момент вышел из самолета. Молчать, как рыба об лёд. Договорились? Всю жизнь? Ну, хотя бы первые 5 минут.